Доброе утро, меня зовут Дмитрий Военков. Сегодня о профессиональной инженерной доске и ее ключевых отличиях. Традиционная инженерная доска имеет толщину 10,5 мм, и в основании ее находится ХДФ-плита. У профессиональной инженерной доски основание немного другое. Здесь используется фанера. Именно фанера позволяет выложить более сложную раскладку, например, традиционную елку. Причем такое решение позволяет на ламелях сделать достаточно глубокую фаску. А так как изделие идет на фанере, то процесс укладки упрощается, в отличие от штучного паркета. Инженерная доска просто клеится на бетонное основание. Монтаж такого напольного покрытия происходит в варианте шип-пас и только наклей. Его нельзя укладывать плавающим способом. В зависимости от производителя, пирог такой доски может быть разным. Слой ценной древесины, ХДФ-плита, фанера. Ключевое отличие от обычного штучного паркета в том, что при монтаже вам не понадобится слой фанеры, который уже заранее выполнен в заводских условиях. Профессиональная инженерная доска – это прекрасный материал, который легко использовать, так как он прост в укладке, не боится перепадов влажности и температуры, а самое главное – дает большое разнообразие интересных рисунков, таких же, как и штучный паркет.